English, motherfucker, do you speak it? Йо, what's up? И с вами Бородатый Лингвист. Сегодня мы проходим тему, которую вы не то что даже выбрали ВКонтакте, а вы ее предложили. Вот у нас человек, вот или здесь где-то. Вот, он, получается, предложил тему, которую мы сегодня будем разбирать, а вы ее еще и поддержали с помощью голосования. Где? Да, в группе ВКонтакте, ссылочка в описании, вступайте, тогда вы сможете участвовать в вопросах, предлагать всякие свои идейки классные, на которые мы сможем записать видосы, ну и будет вам счастье, а мне будет много подписчиков, буду продавать рекламу, там, ну вы в общем поняли, но там не только это, там еще можно мемесы лайкать, мемесы смешные, там, про расизм, ну вы поняли, да? Короче, давайте вступайте, а пока вы вступаете, мы начнем разбирать тему is that или this. Стоп. Пока мы не начали, я хочу вам напомнить, что там же как раз-таки в группе ВКонтакте там проходит конкурс. Ну, я ссылочку оставлю на видео, там посмотрите видео, узнаете все правила конкурса и можете выиграть 1000 рублей. 1000 рублей вам скину куда хотите, там на кошелек, не знаю, короче, куда угодно. Конкурс будет до 31 января. Так что давайте, все в ваших руках. Вступайте быстрее. It, that или this. В чем же разница? Давайте с самого начала разберем. It — это, ну, это будет, в смысле, первая часть, там все самое легкое. Потом чуть посложнее уже будем разбирать отдельные случаи. It — это обычное местоимение, да? То есть там I, you, we, they, he, she, it, it. Оно выступает в роли подлежащего, отвечает на вопрос то, что и так далее. Все, это вот оно. Оно единственное такое местоимение. That и this — это указательные местоимения. То есть this — это или that — то. То есть как бы тут пока все понятно. То есть нельзя сказать it cat, можно сказать this cat, то есть эта кошка. Между this и that разница как бы вообще простая. То есть this — это то, что к вам поближе, грубо говоря. That — это то, что от вас подальше, как во времени, так и в пространстве. Ну вот как бы это вот так, то есть it это обычное местоимение, this то, что ближе, that то, что дальше. Многих интересует вопрос, в чем разница между this is cat и, допустим, it is cat? В чем разница? Вообще все очень просто. Смотрите, it is cat, это значит, вы делаете акцент на том, что это именно кошка, это не собака, это там, не знаю, не птица, не попугай, не супермен, это кошка. Is it a bird? Is it a plane? No, it's super cripple. Da-da-da, da-da-da-da-da. Honey? What? Where is my cape? What? Where is my cape? Why do you need it? You better give me my cape, woman! А если вы говорите this is a cat, это значит, что вы говорите, что именно вот это самая кошка, именно конкретно вот эта вот субстанция, это кошка. Вот это единственная разница. То есть в разговоре, например, это будет, ну, возможно, на эмоциях-то каких-то, типа, oh, look, this is a cat. То есть смотрите, это же кошка, это кошка. Типа, конкретно это кошка. This is madness! Madness. This is Sparta! That is a cat. Это значит, что кошка где-то очень далеко, где-то в каком-то вообще другом месте, и непонятно вообще, что ей надо. Ты, ну, какая-то кошка там где-то в какой-то жопе. Вот это разница. В принципе, самое основное. Теперь давайте чуть углубимся. На самом деле, четкого, прям определенно четкого разграничения нет. Вот во многих учебниках написано, что когда мы говорим по телефону, нужно говорить «Hello, this is me». «Привет, это я». Но вспомним песню Адель. «Hello, it's me». Эти правила чаще всего размыты, и нужно смотреть по определенной ситуации. Почему? Ну, потому что это английский, потому что вот так вот. Допустим, если вы с кем-то говорите по телефону, опять же, это все из учебников, я вам сейчас говорю то, что из учебников. Если вы говорите по телефону и слышите, например, точнее, и там какой-то человек, которого вы не знаете, но вы примерно догадываетесь, вы можете спросить, is this Mark или же is that Mark? От чего это зависит? От акцента. Is that Mark — это британский акцент. Is this Mark — это американский акцент. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love? Or am I dreaming? This must be love. Cause it's real.
небольшой комментарий по этой песне. Да, верно, эта группа вообще британская, но почему же он здесь говорит «is this love»? Потому что имеется в виду, что конкретно вот все, что сейчас вот здесь происходит, то, что вот конкретно сейчас происходит вот это вот все чувство, вот эти все отношения, эмоции, неужели это та самая любовь, которую я искал? «Is this love»? Вот это вот самая любовь, вот. Такие вот дела. Вот в чем, опять же, то, что по учебникам, то, что как раз-таки крутая штука, о чем нужно запомнить. Когда вы говорите «я знал это», тут немножечко есть разница. Например, «I knew it» — это значит, что «я знал, я догадывался, мои подозрения подтвердились». Я, «I knew it» — типа «да, так оно и было все-таки». Допустим, вы знали, что у вас кто-то ворует какую-нибудь фигню, не знаю, там, чипсы, деньги в школе воруют у вас какая-нибудь крыса. И там такой он «I knew it», когда вы спалили его. Вот это значит, что вы подозревали, не были уверены, но все-таки как бы вы, ваши подозрения подтвердились. I knew it! Если вы скажете «I knew this» или «I knew that», это значит, что вас вообще это не удивило. Типа, ну, это было понятно, я видел, как он крысил у меня. «I knew that», то есть я это точно знал. Прям вот это стопроцентный вариант, что вы как бы это точно знали. «I knew it» — это подозрения подтвердились, «I knew that» — это 100% вы знали. Прочитал на форуме очень крутую штуку. Вот смотрите, «this» используется тогда, когда предмет близко, очень близко. Когда используется «that», когда объект, о котором вы говорите, далеко где-то. Когда, допустим, вы используете «it», это значит, неважно вообще, где объект. Ну, просто наплевать. То есть он где-то там. Он может быть абсолютно абстрактный. В принципе, на этом все. Я говорю, тут ничего сложного. Как я уже сказал, участвуйте в конкурсе, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на группу в Телеграме. Ну и не забывайте, что английский — это слишком изи. Пока!